Приветствую вас, дорогие молодцы, дорогая матушка игумени Георгия, с сестрами святой обители семья. Братья казаки, господин помощник Тамара, паломники, приехавшие сегодня в монастырь Усть-Медведицкий, Спасо-Преображенский. Братья и сестры, поздравляю вас с праздником в памяти святого апостола Якова Алфеева. Но для обители сегодня особенный праздник, ибо вчера решением Священного Синода, это было уже довольно-таки поздно вечером, матушка игуменя Арсения, устроительница этого монастыря, строительница этого великолепного собора, в котором мы с вами стоим, ибо она его строила больше 100 лет тому назад. Вот мы сегодня являемся именно свидетелями исторического события, когда матушка Арсения, как я уже говорил, решением Священного Синода вчера вечером была прославлена в лике местно чтимых святых Волгоградской митрополии. События для нас это очень отрадно, это мало сказать. Оно наполняет нас большой и огромной духовной радостью. Эта духовная радость, она может быть внешне не выражаться в каких-то таких вот особенных торжествах, как часто привыкли какие-то события делать именно люди светские. Здесь, в церковной среде, особенно в монашеской, это события, а быть такие события, или великие события, прежде всего, конечно, они празднуются совершением молитвы. И самое главное в молитвословии, в нашем именно богослужебном уставе, это совершение Божественной Литургии. И вот сегодня очень радостно было здесь, матушка, вот, совершить в обители Спасо-Преображенской здесь Божественную Литургию вместе с вами, потому что вы тоже молились. Священники молились около престола, вы молились здесь. Уже сердце ваше было наполнено радостью, как у вас, как у ваших сестер. Я думаю, что эта радость, она постепенно и передается, и стала передаваться, и передастся тем людям, которые будут приезжать и приезжают в эту обитель. Матушка Арсения – это великий человек. Теперь уже можно прибавлять ей слово «святая». Великий именно по своему служению, как игумени монастыря, как строительница, как просто настоящего православного человека с большой буквы. Совсем молодой девушкой она воспылала служить Богу. Папа ее, Василий Михайлович Серебряков, он особенно не хотел свою любимую дочь Анну отпускать в монастырь. Он думал подобрать ей здесь хорошую, замечательную пару в миру, среди дворян высшего общества. Но она не захотела, она попросила отца об одном, чтобы служить Богу. Девушка-то была молодая, на выданье, на загляденье невеста была. Красивая очень, обладающая замечательными знаниями, образованием. И вдруг она возжелала уйти в монастырь. Это было поразительно. Даже в то время, когда для таких людей готовилась совсем другая жизнь, другое поприще. А вот она так захотела. Именно возжелала уйти в монастырь. Ее многие не понимали, даже близкие родственники ее не понимали. Папа ее очень хорошо понимал, но он очень ее любил, и отпускать ему было очень трудно. Вот вы попробуйте от себя оторвать самое дорогое, которое рядом с вами находится, которое скажет, вот я сейчас ухожу, папа или мама, ваше чадо, которое вы положили всю душу, вы думали о совсем другое, об этом, об своем чаде,
что вырастет он или тем, или она вырастет тем-то, тем-то. А вдруг она или он выбирает совсем другой путь, который вы даже не ожидали. А вы еще думаете, особенно люди светские думают, что уходя в монастырь, человек совсем покидает близких своих. Но он не покидает, он далеко, он никуда не уходит, он близко остается. Просто он начинает служить главному, служить Богу. И отец, или человек очень верующий, для него тоже было очень трудно расстаться со своей дочкой. И только после другой попытки он дал именно молодой девушке Анне ее опять просьбу к своему отцу служить Богу, уйти в монастырь, он только дал согласие. Отрывает себя любимое свое чадо, на которое он ставил именно не только просто какую-то ставку внешнюю, благополучие, нет. Он о другом думал, он был человек очень верующий, благочестивым человеком, жил-то недалеко отсюда. Это вот сегодняшний город Михайлов, с Реброва такой станции, вот там их поместье находилось. Там сейчас и могилочка находится и его, Василия Михайловича, и супруги его Марии, где они почили, где они лежат вместе, там они и почили. А дочка их приехала сюда и отдала себя в послушание простой женщине, совершенно простой, даже грубоватой на вид. Она почувствовала, ну эта молодая девушка, что у этой простой, казалось бы, грубоватой женщины простого происхождения, она может научиться очень многому. Основам духовной жизни, основам аскетизма и основам монашества. И она прилепилась к этой женщине, к этой схемонахине, Ардалионе. Как я уже говорил, что она была довольно-таки очень строгой, матушка Ардалиона, и говорила приходящим сестрам, вот что вы приходите ко мне и спрашиваете, если ничего не исполняете? Зачем вы ко мне приходите тогда? И вот Анна поняла, что не просто надо слушать слова и слушать какие-то мудрости, и духовные даже, высокие мудрости этого человека, а прежде всего надо исполнять. И она стала исполнять. И матушка стала учить ее очень таким простым, именно, но очень важным вещам монашеской жизни, важным моментам монашеской жизни, духовной жизни, не прилепляться ни к чему. А если приходится с чем-то расставаться, то надо расставаться спокойно. И она этому научила. И научилась этому сама игуменья Арсения. Мне трудно ей было, очень трудно. Ведь в первые годы она не пропустила ни одного богослужения, находясь на очень трудных послушаниях. А ведь богослужение здесь начиналось тогда в 3 часа утра. Вот вы представьте, да, кто сейчас из нас в 3 часа утра стоит, чтобы Богу помолиться? Вот она каждый день вставала в 3 часа утра, несмотря на то, что были послушания. Серьезное послушание, здесь в монастыре тяжелое послушание. Она вставала и вспоминала, мне было очень тяжело, хотелось очень спать, выйду я из церкви на воду, обойду вокруг храма несколько раз. Смотришь, и сон ушел. Вот так она себя воспитывала. Воспитывала в аскетическом действии, именно внешнем сначала, а потом пришло уже внутреннее сознание, что прежде всего надо творить себе внутреннего человека, искореняя себя внутреннюю гниль, внутреннюю пагубу, которая есть в каждом из нас. И она учила так же своих сестер, будучи именно настоящей матерью, прилагая огромные усилия к исправлению каждого из них. Этот известный случай, когда одна монашечка именно была обуреваема грехом пьянства. Вот пила она и все. И это становилось известно в округе. И вот матушка пригласила ее к себе.
А та испугалась, конечно, страшно, что ж, понимает она же понимала, что грех творит, пригласила ее к себе и говорит: матушка такая-то, ты, пожалуйста, если тебе очень, очень хочется выпить, ты приди ко мне и посиди со мной, лучше я тебе налью. Но не ходи ты никуда, не выходи ты никуда, не бегай ты куда-то к кому-то за этим злым зельем зеленым. Поразительно, и те сестры, которые именно, можно сказать, презирали эту, казалось бы, упавшую монахиню, вдруг увидели, что эта монахиня восстала и уже со временем практически перестала прибегать к этому греховному образу жизни. Вот так, на простом примере, своей огромной любовью и терпением, своим, можно сказать, положением, потому что многие осуждали ее за это. Осуждали свои гумени, как она принимает такую пьяницу. Да еще сидит с ней там. Сестры осуждали. Она не испугалась такого осуждения. Конечно, венцом ее именно вот внешней монашеской жизни, игуменской жизни, это, конечно, вот этот Казанский собор, в котором мы сейчас находимся, Казанский храм, в честь иконы Казанской Божией Матери. И она начала строить его, сама строить, вот, с помощью добрых людей. И вот видите, мы сейчас, слава Богу, находимся в этом великолепном соборе и совершаем божественную литургию именно в первый день после прославления нашей игумени Арсении, великих местных чтимых святых. Матушка, вы сейчас вошли с вашими сестрами в историю. Вы сами этого не понимаете. Но это так и получилось, что Господь вам и сестрам, веренной вам обители, дал такое счастье. Счастье именно дождаться этого момента, который очень многие ждали. До вас многие ждали. Очень многие этого хотели, потому что еще до прославления матушку уже давно знали по ее жизни, по ее духовным именно поучениям, по ее письмам духовным, по ее просто рассуждениям, ее все давно уже знали. И вот и ждали, когда же это событие произойдет. Но Господь дает событие совершиться каждому тогда, когда это нужно. Я думаю, это так, что пришло время, нынешнее время, когда именно мы можем достойно прославить, или уже прославили, матушку Георгу, матушку Арсению, матушку Георгию сейчас предстоит очень много трудов. Матушку Арсению. И сейчас очень важно, я думаю, нам всем, дорогие мои, осознать, что в этом огромном труде, в этом событии принимали участие много-много людей. И они своим вот таким трудом, может быть, небольшим, но капелькой они влагали небольшой кирпичик для того, чтобы именно это случилось такое прославление. Сначала в лике местных чтимых святых, потом мы Божьей помощи дождемся, загадывать не будем. Нам это сейчас и не надо загадывать. Мы с вами не для того здесь находимся, мы уже этому рады собой. И мы должны, конечно, вот потрудиться, чтобы именно это событие, которое еще произойдет торжественно, было у нас именно не только просто как каким-то вот